Всем привет, это снова блог фантазиста. Сегодня у нас такой выездной вариант, такая выездная модель, играем в гостях, можно сказать. Мы в Залесном под Казанью, здесь база «Олимпиец». Сегодня нам покажут, как после снятия небольших ограничений спортсменам разрешили тренироваться, соблюдая социальную дистанцию. Вот сейчас пойдем в бассейн, посмотрим на пловцов и на синхронное плавание, а потом в зал, который за моей спиной. Настольный теннис, тэквондо и тяжелая атлетика. Вот так вот. Внимание, сейчас меня будут чипировать. Сейчас наоборот холодный будет. Может, что там разорвется? Сколько? 36,5. В бассейн. Чувствуется запах хлорки такой. Наш любимый. На каждой дорожке, видите? Социальная дистанция соблюдается, по всей видимости. Диалог тренера с воспитанником. Поехали. Просто попробуйте на досуге. Ради интереса. Ой, в маске, в бассейне находиться просто нереально. Поэтому я вышел самый первый. Ну, в принципе, все понятно. Как всегда, собрали чуть ли не сборную России всю, чтобы показать журналистам. Но надо гордиться своими героями. Пловцы тренировались в зуме, девочки делали шпагат на стульях в синхронном плавании. Я потрогал мяч для водного пола. Вот уборщицы и администраторы сказали, что им платили минимальную зарплату в это время. Сейчас вроде загрузка увеличилась, но они ждут, когда разрешат платным группам там ходить. И вот просто по абонементам в бассейн. Сейчас нас поведут вот в другой зал, там мы посмотрим на тэквондо, тяжелую атлетику и настольный теннис. Особенно интересно, как вот эта социальная дистанция в 5 метров соблюдается в тэквондо, где люди практически целуются, а потом бьют друг друга. Сейчас узнаем. Штанга 130 килограмм. Просто упражнение на ноги и на спину. За моей спиной ребята творят нереальные вещи. И это только татарстанская молодежка. Представляете, что творят олимпийская сборная? Нет предела совершенствования.